Добрый день, уважаемые подписчики. Взял себе очередной автомобиль БУ Nissan Qashqai 2008 года, но пробег на автомобиле — это родной реальный пробег — 22 090 километра. Состояние автомобиля сейчас грязно на улице. Приеду домой, помою и покажу. Вот сиденье, вот водительское сиденье. Вот руль. По нему уже можно сказать многое. Еду домой. Пробежал 1340 километров. А по времени вышло, получается, 14-15 часов. И средний расход при скорости, вот круиз ставлю, от 110 до 120, средний расход 8,8 литра на 100 километров. В принципе, расход нормальный. Машина не болит, не гонка, но едет нормально. Стал. Сейчас спать завалюсь. До дома осталось 21 километр. Выспался, отдохнул, решил немножко показать и рассказать об автомобиле. Получается, на сегодняшний день я пробежал на нем 1627 километров. Все работает отлично, как я и показывал. Расход на автомобиле небольшой, получается, даже вот здесь с ездой по городу 8,9 литров средний расход. Магнитола, 6-дисковый чейнджер стоит, двухзонный климат-контроль стоит, коробка-вариатор, здесь же шайба переключения 2WD автомат и 4WD. А, это блокировка, а что она включает? 4WD лок загорается. Под ходовой все отлично, все замечательно. Сзади был стук, думал, втулки стабилизатора. Нет, оказались не втулки, а заменил амортизаторы, оба амортизатора. Честно говоря, при 23 тысячах вышли амортизаторы из строя. Двигатель работает мягенько. Вот, подсветить его. Чистенький двигатель, при том двигатель ни разу не мылся. Нету ни подтертых, ничего. Все чисто. Алюминий светлый. Вот последняя замена. 21 187 километров было. Это еще написали следующую замену на 36 тысяч. Они на 15 тысячах делают замену масла, но я буду делать на 8, как и всегда, на своих вариаторе. Через 20 тысяч километров поменяю масло. Здесь замена была сделана по книжке. Последнее ТО-90 было сделано. Нашел одну крашеную деталь на этом автомобиле. Переднее правое крыло. Видно, болты крутились. Ну, крыло сделано хорошо, оно не отремонтировано, оно заменено на новое. Левое переднее крыло матовое изнутри, а правое крыло глянцевое. Вот это немножко они не досмотрели. Капот на месте, не крутился. Фары
Родные посмотрел на месте, крепление не ломанное, сбоку ничего не ломанное, подкрылок отодвинул, посмотрел, видать какой-то мягкий удар был. Это единственная крашеная деталь. Стоит штатный ксенон, туманки, машина, как я и показывал, полноприводная. Вот если посмотреть, зернистость краски чуть-чуть более насыщенная, чем на двери. Днем не отличается, днем играет нормально, это вот только под прожектором. Хорошая новая пушистая резина на родных дисках, диски тормозные новые, колодки еще оригинальные стоят, на них еще 1010 пробегу и заменю, не шимбу. Ну и сиденье, ничто не продавлено, ничто не потерто, руль не затерт, потолок чистый, стоит камера заднего хода, родная, ну не родная, а штатная, машина все-таки максимальной комплектации, что представляла на тот момент фирма Nissan для Кашкая. Не мыл, сбил только грязь сверху. Вот такой приобрел автомобиль. Помог мне мой племянник Максим, за что я ему и благодарен. Хочу это выразить и на камеру. Благодарю, Максим, за такой подбор автомобиля. Запаска даже не доставалась. Возьму, подсвечу. Запаска не доставалась ни разу, не одевалась. Здесь докатка стоит. Домкрат тоже видно по пятке, он даже ни разу не устанавливался ни на землю, ни на бетон. Баллон не крашеный, не доставался. Поэтому пробег у автомобиля реальный и не мотанный, что еще и подтверждается сервисной книжкой. Машина полностью обслуживалась у официального дилера. Заднее сиденье без подогрева, но с двух половин откидываются, маленькая половинка и большая. Вот.
новая лошадка. Камера. Ну, правда, камера без направления движения. Но штатная. Интересное решение открывания, закрывания дверей на средней консоли выведено. На ручках нету открывать, закрывать. Ну, фиксировать дверь. Вот эта ручка начал слоиться с нее амальгама, вот этот хром. Бардачок глубокий. Здесь под пассажирским сиденьем есть вот такой вот бардачок, выдвигается. Вот такой автомобиль я себе приобрел. Ладно, всем удачного выбора, хорошего поиска автомобилей. Всего вам доброго.